Привет всем, дорогие друзья, вы на Digital Photo TV. А сегодня мы посмотрим на программу, которая называется Emulation Station, и разберемся, что она делает и как все это работает. Перед нами открыт официальный сайт программы. Вот у нас видосик. Это программа, которая организует нашу библиотеку игр и запускает их через эмуляторы. Вот, мы находимся на сайте, и сейчас вот здесь вот можно скачать файл installer или просто zip без инсталляции. Какие версии вообще есть Emulation Station? Значит, первая — это у нас официальная версия Emulation Station на сайте emulationstation.org. Там, вот здесь вот мы видим, можно скачать, да? И посмотрим вот это вот на GitHub. Есть вот такая вот версия Portable Game Station. Это тот же Emulation Station, только в портативной версии. Можем взять все файлы Emulation Station, всю программу, и поставить на какой-нибудь жесткий диск портативный на USB, который отключается, подключается к разным компьютерам, и можно играть все эти эмуляторы на разных компьютерах, которые вам захочется переносить это. Взять ваш жесткий диск и пойти к друзьям с кучу игр. Вот такая вот штука. Так, следующая версия у нас Portable Game Station. Вот она, да. Это вот последняя версия. Но я хочу заметить здесь, что это, окей, это тоже GitHub, вот можете видеть, где это находится. Линки я оставлю, конечно же, под видео. А что же у нас здесь? Версия 1.5. А здесь у нас проблема с RetroArch. RetroArch — это самый большой эмулятор, который входит в эту, работает с этой системой. И он здесь не обновлен, это старая версия. Сегодня у нас версия 1.7.6, мне кажется. И вот, значит, это старье. И да, могут быть проблемы с разными играми, которые не будут запускаться. Вот, посмотрим еще, что есть. А на этой страничке GitHub мы можем видеть, вот я не помню, если это официально или нет, но здесь разработчики, которые работают на версии Emulation Station, и здесь версия должна быть, вот у нас 2.9.0, это последняя версия, которая очень хорошо работает. Одна из проблем старых версий, что она не поддерживает скрипер, то есть, который берет и скачивает нам автоматически картиночки для игр и всякую разную информацию. И он это делает через какой-то скрипт, который присоединяется, качает эту информацию с других сайтов. Вот, версии 2.0, скажем, все это дело уже давным-давно не работает. Вот так вот. Следующее я хочу показать вам, что есть такая версия Resilebox. Это целая операционная система, которая построена на основе Emulation Station. Вот мы видим, что здесь входит. Это сайтик. Вот так вот. А это система разработана мной. Это система, которую я собрал сам и которую мы сегодня посмотрим. Это Emulation Station Full Portable, так я ее назвал. То, что я здесь сделал, это соединил сам Emulation Station и последнюю версию, вот мы видим 2.9.0, и соединил ее с версией Portable, портативной. Там сидит последний RetroArch и куча эмуляторов. Вот мы видим здесь список. Что еще там сидит? Там сидит у нас много всего. Вот можете почитать, посмотреть. Там внутри у нас 44
разных тем, да, разных скинов для самой программы, разноцветные. Вот я собрал в одну такую галерею BIOS для каждого эмулятора. То есть все готовенько, можно просто запускать игры, все должно работать. И еще там есть overlays и shaders, то есть различные эффекты, накладки. Ну что ж, дорогие друзья, мы запустим Emulation Station Port Full Portable. Вот так выглядит мой жесткий диск, портативный. Через USB 3 он проигрывается. И здесь у нас Emulation Station Portable, Full Portable, как я это называю. Моя версия. Я запущу вот такое вот, нажму вот этот Windows, это окошечко, да. Окей, вот он запустился. Это у нас Emulation Station Full Portable. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Это то, что вы можете и скачать, но вот там вообще нету никаких игр, только несколько демо. Вот. Ну а посмотрим системы, которые я расскажу и покажу, и какие системы точно работают со всеми BIOS-ами. Я постарался все это соединить, чтобы работало. И то, что вам будет нужно, это только это копировать ваши любимые игры на диск, положить в папочку, и все это должно работать. Вот, значит, что у нас здесь есть? Real3DO. Давайте зайдем. Это версия для Windows. Я расскажу, значит, что я вам скажу. Кнопочкой Z мы заходим, кнопочкой X мы выходим назад. Окей. Вот, Control мы называем, да, нажимаем Control, у нас выходит Main Menu. Заходим, посмотрим. Вот о чем я говорил ранее. Скрипер делает вот такие вот красивые обложки наших игр. Добавляет всю информацию, вот, которая сейчас движется. Вот так вот красиво все это организует. Это скрипер, который автоматически делает игра за игрой, но не все сразу. Вот у нас Wii. Такие три тестовых игр. Wii работают через отдельный эмулятор. Через эмулятор Dolphin. Вот, и хороший эмулятор. Virtual Boy. Это старенькая консолька. Вот, Super Nintendo. Давайте зайдем. Загрузим игру, чтобы вам чуть-чуть показать, как работает RetroArch. Я нажимаю Z и запускаю игру. Она загружается через Emulation Station. Я отключил звук, так что мы не будем слушать музыку. А мы видим, что вот есть такой вот телевизор. Сейчас я это закрою, потому что он здесь не нужен нам. Я нажал кнопку F1. Открывается меню RetroArch. Так. Это я просто закрываю. F1. Все. Можно ускорить с помощью нажатия на пробел. Мы можем ускорить эмуляцию. Вот так вот нормально, а так вот побыстрее. Окей. Вот у нас простая, да, нажимаю пробел, у нас быстрая эмуляция. Вот мы видим, что все работает очень неплохо. Это NES, да. Окей, Escape, мы выключаем игру и возвращаемся автоматически в нашу библиотеку Emulation Station. Так, посмотрим, что еще у нас есть. Еще одна Sega. Sega.
все работает очень хорошо здесь. Sega CD тоже очень хорошо работает. Это надо чуть-чуть постараться, чтобы это работало. Если у вас пустой Emulation Station, надо много всяких байосов для этой штуки. Genesis, Sega 32 очень хорошо работает здесь. Давайте откроем что-нибудь. Вот у нас мотоциклы. И опять я вам хочу напомнить, что я играю через жесткий диск, через USB 3, через Emulation Station Portable, который работает у нас на любом компьютере. Я играю вот сейчас на... Все это записываю на лэптопе. Он, конечно, хороший новый лэптоп. Intel i7. Хорошая графика здесь тоже стоит. Обычно я играю на моем ПК. Что он намного мощнее, и можно играть игры помощнее, и они будут очень хорошо играться, как GameCube, PlayStation 2, Nintendo Wii. Так, пойдем дальше. Sega Saturn требуется в разных байосах. Здесь уже все стоит. Очень хорошо работает. Так, дальше. Это PlayStation 2. Этот эмулятор отдельный. И он требует довольно мощную карту. PlayStation 1 работает очень хорошо. Опять же, здесь только вот такие вот две игры я здесь закачал. Но на самом деле есть, конечно, огромнейшая библиотека для этой консоли. PSP Mini и PSP, они могут работать в одной папочке. Не обязательно делать, как я здесь сделал. Сейчас мы заглянем, как это выглядит, то папочки. На диске, где все файлы нашей системы, есть папочка. Это самая важная папочка. .emulationstation. Здесь у нас вот эти файлы, важные очень файлы. Это файлы конфигурации. Здесь, значит, вот темы, системы, скриперс, да, ромы, то есть наши игры здесь. Game list. Это списки игр. Я рекомендую после вот, если вы сделали такие большие библиотеки, сделать копию на всякий случай, как я сделал. Если что-то пойдет не так. Здесь images, это все, что скачал наш скрипер. Вот, пожалуйста, это все. Мы видим здесь коробочки, да? Вот у нас. Всех их можно тоже, если что-то не нравится, можно, конечно, отредактировать, поменять. Итак, где же все эти игры находятся? У нас ROM. И здесь мы можем видеть PSP. Давайте найдем. Вот, я сделал две папочки PSP и PSP Mini. Вообще-то PSP Mini может работать, вот они, ромы, они все могут работать также в папочке PSP, потому что это один эмулятор, который их запускает. Вот такие вот дела. Про PSP я могу сказать, что это отдельный эмулятор, это не RetroArch. TurboGrafx 16, все здесь работает супер хорошо. Здесь тоже байосы, все есть как надо, все работает. Давайте запустим.
Так, следующее у нас еще Neo Geo Pocket. Это тоже ручная маленькая консолька. Тоже все BIOSы здесь, все что надо. Это NES, Nintendo, первый. Работает все, что работает хорошо. Что у нас еще? Neo Geo CD версии, которую я дал на раздачу на том сайте. Это пока что не работает. Это у меня на тесте. Это было довольно сложно его запустить, но сейчас уже он работает через RetroArch и там разные BIOSы, все что нужно. Вот, я надеюсь, следующая версия моей это будет уже работать 100%. А простой Neo Geo, пожалуйста, работает со всеми BIOSами внутри. Nintendo 64 в моей версии последней, которую можно скачать, там он работает с внешним эмулятором Project 64. А сейчас я его поменял на другой эмулятор, который через RetroArch более стабилен, но графика там чуть-чуть похуже. Sega Master System, все работает прекрасно. MAME работает. Есть разные версии. Не обязательно качать MAME, потому что там очень много всякого, что у вас не будет работать. И у меня тоже не работает. Это одна из самых сложных, мне кажется, мультисистемный эмулятор, скажем так. Вот, и он сложно запускает игры. Sega Genesis играет все игры, работает прекрасно, очень хорошо. Nintendo GameCube работает через Dolphin или Delfin, как вам угодно, очень хорошо, все BIOSы, все что нужно там. Вот там версия почти что последнего Delfin'а, и работает очень хорошо. Game Boy Color работает через RetroArch. Game Boy Advance тоже работает через RetroArch. Вот у меня огромнейшая коллекция. Вы можете себе тоже такую сделать. Game Boy, как вы видите, я еще не закончил здесь все это организовывать. И, кстати, здесь мы посмотрим, как это скрипер-то сделать. Я нажимаю My Menu. Когда я нахожусь внутри системы, сразу у меня вот такое меню делается здесь, открывается. И первое, что мы видим, это сам скрипер. Я нажимаю Z. Здесь у нас два разных сайта, с которых можно скрипеть. Вот мы делаем скрипт now. Мы выбираем, значит, здесь у нас фильтр, на какие игры сделать скрипт системы. Заходим на систему, выбираем, какие системы мы хотим. Вот я бы выбрал сейчас только Game Boy. Я не буду сейчас это делать, я делаю back. Когда мы нажмем старт, начинается скрипер, и он начинает качать вам эти самые картиночки. Game Gear
работает, все нормально, BIOS и все, что надо. Так, Family Computer тоже должен работать, но он не совсем хорошо работает. Не знаю, иногда он как-то... Есть игры, которые просто не играются, мне странно. Вот. Вот, пожалуйста. Set disk B, и я... Я точно не знаю, что здесь... Вот, я что-то нажал. Loading. На клавиатуре я нажал, мне кажется, C. И у меня вот, мне кажется, загрузился диск. Вот. Что у нас еще? Dreamcast. Дорогие друзья, Dreamcast тоже требует отдельный эмулятор. Dreamcast замечательная консоль, которую можно здесь играть. Все работает. Только что я хочу добавить. Мы откроем Dreamcast, папочку, где это все находится. И вот смотрите, это файл формат CDI. Окей. Есть разные, два разных формата для этой игры. Здесь я сделал CDI. Это намного лучше, чем... Сейчас я вам покажу что-то другое. Вот здесь вот папочка Mall Games у меня. И здесь вот так вот выглядит каждая игра. Здесь у нас... Вот они. Это одна игра, то есть... да, 4 разных файла. Загружаются, они должны загружаться через GDI. Проблема в том, что у каждой игры есть вот такие вот файлы с одним и тем же именем, и они не могут сидеть в одной папке вместе. Вот, так что если вы, у вас есть ромы, то CDI для Dreamcast самое то. ColecoVision. Все работает прекрасно, там тоже свои BIOSы, вот. Atari, Lynx, тоже здесь Jaguar, старье. Atari, который тоже не организован у меня, надо здесь все разбирать, все эти папочки, но все работает. Еще Atari, все это работает. Вот, и мы вернулись на 3DO. 3DO это старые такие диски. Забавные очень консоли и вообще игры очень классные. Интересные такие. Вот и все, пожалуй, мы посмотрели. Вот и все, дорогие друзья, на сегодня. Мы посмотрели... Что и как это вообще выглядит? Я сделаю еще одно видосик про саму вот эту версию Portable. Мы посмотрим чуть-чуть побольше. Вот. Вот и все, дорогие друзья. Digital Photo TV. Эту информацию. Увидимся в следующем видео на моем канале. Пока. Okay.